полуфиналистки из Кыргызстана. Хрупкие, но очень отважные девушки Катя и Полина. Мы подготовили номер, который еще не презентовали нигде. Это дебют будет у нас. И удивить мы сможем тем, что это зрелищнее. Это все-таки непростые такие трюки. Это очень большая работа, вот, выпустить в свет вот такой продукт, чтобы весь мир хотел вот, лицезреть. Ну, кто не рискует, тот не живет полной жизнью. Как самочувствие? Отлично. Уважаемые судьи, у вас голова не кружилась во время выступления? Я переживала за наших девочек. Вы были ужасно красивые, нежные. Это ангел и демон, да? У вас тематика такая. Но добро победило зло, как я поняла. Ну, молодцы. Мне понравилось то, что... Вы очень красиво это синхронно сделали, каждое ваше движение, причем параллельно красиво это все смотрелось. Я, честно сказать, ожидала еще что-то такое, вот, что я думала, там, ну,
бум, вот это вот будет, и мы будем кричать от восторга, от страха, да, Серик? А мне наоборот, это грация и как раз такая некоторая неторопливость в номере, в подаче, изящность. Вот здесь девушки хотели показать вот эту тонкость физического процесса работы. Мне кажется, с этим они справились на 100%. С этим вы, да, на 100% справились. Вы молодцы, шикарно. Спасибо, девочки. А кто был реально лучше, добро или зло? Добро. Зло красивое, яркое, изящное, но добро нежное, милое, счастливое. Я понял. Ну что ж, девочки, спасибо вам большое. Удачи, увидимся. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.